будет рулежка мощная. Еще и с подрамником от Ваньки. Сейчас поставим. Ну вот коренные вкладыши поменены. Шатунные вообще. Утиль. Просто. Колено целое. Вот разница в сошках. Гости. Ну, собственно, подготовочки. Наш импровизированный временный падок оживает. Варят, режут, пилят, сверлят. Все по плану. Мы на локации в Новосибирске. Тестим площадку. Машину протестил. Уже прокатил. Вот. Очень много пыли здесь. Но я надеюсь, ее подметут к соревнованиям. Ну все, ночка прошла плодотворно. Джезик гудит. Вкладыши на месте. Подрамник от Ванька на месте. Сошки от Ваньки на месте. Рычаги от Валеры тоже на месте. Водопровод переделана. Полностью система. Шли трубы по салону, сказали нехорошо. Починили. Сейчас на развал и на треньку. Не только. Короче, на новой площадке. Это второй этап РДС Сибирь. Второй же этап получается, правильно? Второй этап РДС Сибирь, но первый этап для Новосибирска. Это новая площадка, потому что старую предыдущую закрыли. И, в общем, она не... Бесключевой доступ. Бесключевой. Ну ладно, пошел я. Короче, да, мы построили трассу. Завтра ее нарисуем. С завтрашнего дня тренировки. А в выходные будет этап РДС Сибирь. Поэтому приходите сюда и следите вот за информацией в этом